Вице-мэр Олег Брендак, один из главных фигурантов так называемого «Одесского дела», рискует оказаться в СИЗО. Чиновник и депутат внес лишь 1,5 миллиона гривен залога из определенных ему высшим антикоррупционным судом 40 миллионов. Об этом сайту «Избирком» заявил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияко. Теперь САП рассматривает возможность ходатайства об изменении меры пресечения Брендаку на более суровую, в том числе помещение в следственный изолятор. Ранее за Геннадия Труханова внес залог народный депутат Вадим Новинский. Правда, для мэра Одессы эта сумма была на 10 миллионов меньшей. Напомним, ряд высокопоставленных чиновников мэрии, экс-областной прокурор Жученко и влиятельный бизнесмен Галантерник обвиняются в создании преступной группы, которая нанесла ущерб территориальной громаде на 689 миллионов гривен путем финансовых и земельных махинаций. Thank you.